Доброе утро, друзья! Я сегодня опять в Юрмале. Приехал покопать. Погода солнечная. Правда, ветерок такой. Ну, ничего. Сегодня я опять с экскалибуром вторым. Короче, сделал я опять черенок с лопаты деревянной. По-быстрому. Стоит он 2 евро. Ну, насколько выдержит, не знаю. Надо все-таки, да, искать алюминиевую или с нержавейки трубу. Ну, пока такого диаметра именно я не могу найти, который мне нужен. Ну что, начинаю я свои поиски. Пожелайте мне удачи. Друзья, прошел я уже много. Ветер сегодня сильный. Отлива нету. И вот первая монета. 1 рубль. Ну как-то так. Погода, конечно, сегодня не суперская. Ну, раз приехали, надо ходить. Здорово. Привет. Ну как оно? Глухо. Ага. Ну как оно вообще? Гуляем. Да, ты один? Вот и 5 центов. Вторая монета. Там гуляет Леха. Победитель 5 жетонов в GoMiniLabbing'е Латвия. Сегодня сильный, короче, ветер. Отлива нету. И монеток тоже не видать. Вот иду, и лежит монетка. 50 копеек. 50 копеек. Банк России. Всем российским копарям привет. Мусор, пробка. Видите, друзья, какая красота, да? Раз, два, три, четыре, пять. 5 центов. Все размыты в одном месте, да? Еще монетка. 1 рубль. Ну, монетки по чуть-чуть. Да попадает. Тосина. 10 евроцентов. Берем. Какой-то монетосик. Очень старый. А, по-моему, 2 цента литовских. Очень похоже. Монетосик выпал. Советы. 1 копейка, 1984 год. Да, сегодня, конечно, монет очень мало, потому что сильный ветер, отлива нет. Ходить очень тяжело. Ну, все же что-то попадается, ну, слабовато. Выпал какой-то монетосик после сразу совета. Сейчас помоем. А, опять литовская. Литовских, походу, 2 цента. Все закисшие. Попалась еще одна монетка. Сейчас помоем. Что это у нас за монетос такой? А, так это у нас Банк России. 10 рублей. Зачет. Монетосик.
50 копеек. Россия, да, у нас это? Да, Россия. Кто-то копает, кто-то бегает. Долго ни хера не попадалось. Тут выскочили 20 центов, евроцентов. Ну ничего. Короче, все, сейчас закругляться буду. Дождь идет. Там пожарники бегали, нормативы сдавали. Всех поздравляю пожарников, кто сдал нормативы по бегу. Молодцы. Друзья, ну что, завершаю я на сегодня свои покопушки. Покопал, походил все утро. Находок сегодня не густо. Сейчас еще пошел дождь. Ну что сегодня я тут накопал? Накопал я вот немножко монет, рубли, центы, евроценты. Потом одна советина была. Вот литовские монеты алюминиевые. В таком накисле большом. Ювелирки сегодня никакой не нашел. Все, друзья, выдвигаюсь я в сторону дома. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео в соцсетях. Всем пока. До следующего копа.